Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Wish 2014 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 143 лошадиные силы, АКПП, передний привод, имеется спойлер, камера заднего вида, автомобиль на литых дисках, хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 44 тысячи километров, по салону тканевый салон, чистый, ухоженный, не прокуренный. Имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, спорт, эко-режим, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, система курсовой устойчивости, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.